Какие витамины не хватает каждому знаку зодиака? Сегодня поговорим о нехватке органических веществ, которые необходимы для нормального функционирования организма по знаку зодиака. Я Диана Цай, профессор медицины, астропсихолог, автор книг по здоровью и астрологии. В зодиакальном круге 12 знаков зодиака. Это полный цикл жизни. Каждый человек в животе у мамы находится 9 месяцев. И еще не хватает 3 месяца для полного цикла. Поэтому следующие 3 знака зодиака после вашего покажут вам недостаток веществ по вашему гороскопу. Например, если вы лев, за вами еще 3 знака зодиака. Дева, весы и скорпион. Вам не хватает калий, натрий и кальций. Итак, какой элемент знака зодиака соответствует каждому знаку? Овнам, близнецам и девам соответствует вещество калий, потассиум. В питании это бразильский орех, яблоки и красный лук. Телец, весы и водолей – это натрий или клеточная соль. В питании это капуста, томаты черри, инжир, рак, скорпион и козерог соответствуют сульфат, фторид и фосфат кальция. В питании это кремниевые шампиньоны, огурцы и одуванчик лекарственный. Лев – это фосфат магния. В питании это вишня, черри. Стрелец – это кремний диоксид. В питании это натуральная клубника. Рыбы – это фосфат железа. Питание – это черника. Конечно же, это не заменяет индивидуальный анализ крови. Но данная теория тоже имеет место быть и очень часто совпадает. А все, кто хочет подробно узнать о своем здоровье по гороскопу, записывайтесь на мои личные консультации. Ссылка в шапке профиля.